Мне какая разница, кто что поймет. Поверь, мне так на чужое мнение. Опять. Нас будут сейчас позорить. Взрослых баб. Поняла, подходит ко мне с этими обручами, перед лицом крутит. Я думаю, подожди, я сгруппируюсь. И она такая. Дайте, уйди. Я хочу ребенка! Что я вижу, Кристина выдохлась, и я тоже. Но я думаю... Обгоняю ее в бок, прямо поднимаю. Даже не второе было дыхание, это, наверное, уже десятое открылось. Думаю, сейчас возьмусь к хирургу, он там выкачает лишний жир, там. Я в себе взяла писателя, конечно. Художник видит издалека. Меня владелец агентства недвижимости. Забрала я своего Олега, владелец агентства недвижимости, как раз там ищет с квартирой, поможет эти моменты. А где 8XL? Я вижу, висит жаба на вешалке, леопардовая. Пантера! Это халат какой-то.